Так, ребята, чуть на здоровье, продолжаем, да, на чем здесь остановились-то? На карте The Lost Coast. Как-то это дерьмо сбивать, которое там снаружи летает. Кто вообще идти? Вау. А куда идти, хрену за... Здесь, по-моему, должны взорвать дверь, вон, видите, 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 да? Видите? Пока. Почему закрыто? Они, кстати говоря, сами по себе почему-то дохнут. Бабанс. У них скины очень прикольные, кстати. Такие более бронированные, что ли, я не знаю. Вот знаешь, как вертолет летает. Вообще. Может, он за нас? Может, я запрямил стреляю, да? Нет, не зря. Так, где-то здесь должны быть... Ага, все, вот ракеты. В принципе, можно прямо отсюда его завалить, да? То есть не париться. Ща продемонстрирую. Вот, смотрите, вот так вот садишься, да? Ща, вот так вот. Так, на! Модель разрушения. Господи, какое говно. Где детали? Ой, детали, господи, обломки. Что-то вообще ничего нет. Убогом, убогом. И такие звуки дикие, конечно. Вот, а можно упасть? Не? Походу, нельзя. А, не, можно. Нет, нельзя. Где-то еще один. Где? Откуда? Кто? Суки. Блин, вообще ничего не вижу, ребят. Не, в натуре ничего не вижу. Блин, откуда стреляют? А, блин. В оригинальном Half-Life там хотя бы эти... Бля, пули были видны, да? Трассеры так называемые были. Здесь вообще ничего нет. Откуда стреляют, непонятно зачастую. Туда говнюк вонючий. Так, попробуем тогда... А, нет, у нас гравиться нету. Ух ты! На, сука! Задолбали меня. Так, здесь еще один. Вон он. Это не он. Главное, звук идет, да, непонятно откуда идет. Слева колонки, значит, по сути, он должен быть слева. А на самом деле он вообще где-то там стоит. Непонятно где, короче. Так, он меня не видит. Значит, где-то здесь. Ну и... Видите, да, вообще ничего нет. Не, ну эффект, конечно, красивый в натуре. Сделано прикольно, очень прикольно. Ладно, насрать, погнали, в общем. Фиг с ним. Сюда. Сейчас еще один вертолет приедет, по-моему. Приедет, прилетит. Нет? Ну, отлично. Нам же типа легче. Вообще, я помню, куда-то здесь надо вниз. Сюда. Пипец, конечно. Такая высота дикая, ё-моё. И такие главные звуки стрёмные. Такие ужасные вообще. Вот опять вот откуда? Ещё просто обосрусь. Откуда он стреляет? Я вообще не понимаю. Снизу что ли откуда-то? Только я не вижу никого. Ну, поехали. Мяу-мяу-мяу-мяу. Причем как странно, откуда пришли, туда и спустились. Зачем, вообще непонятно. Ой, ладно, погнали дальше, ребята. Монастырь, это у нас был, да? Это монастырь у нас был? Да, монастырь. Так, депот. Знаменитая локация, кстати говоря. Вот сколько модов было создано, да, вот ни один не создал вот это вот здание в полную величину, да? Вот это вот большое здание, сама станция, это вот эта большая, квадратная такая. Даже не квадратная, какая-то... Какой-то ромб, короче, и... Обрубок ромба, короче, какой-то, ладно, неважно. В общем, никто так натуральную величину не создал.
это здание. Все либо уменьшенную версию делали, либо вообще какое-то убожество делали непонятное, либо вообще его не делали. Вот. Depot and Prison, типа тюрьма и... прикольно. Ну чё, погнали. Текстурки, конечно, прям вообще. Ох ты тварь. Ой, мамочки. Там что-то прилетело. Ух ты. Надо было сразу эту штуку достать и не париться. Оружия, кстати, вообще нету. Так, ну и где? Где зарядка-то? Вау, как много. 6 патронов. Что за черт? Они прям в воздухе респаунятся, видите? А зачем я их убиваю, по сути? Пусть с ними сами эти разбираются, чё. Сейчас самое главное это пройти. Они разбиваются, не? Ого. Походу нет. Ой. Давай, 75. Так. Шары какие-то. Чьи-то яйца. Кто-то забыл. А, кстати, у меня уже есть эти яйца. На кой они вообще нужны? Смотрите, такие у нас. Look behind this. Какая-то очередная пропаганда. Во-во, видите вон то здание, да? Вот это оно и есть, по идее. Может быть. У меня вообще оружия не осталось, кстати, прикиньте. Ба-ба-ба-ба. Дайте пушку. Блин, а где пушка? Вообще ничего нет. Меня ограбили. А это что еще такое? Моя душа, кстати, уже вышли. Не, а вообще в натуре ничего нет. Ни оружия, ни патронов, ничего. На, скушай, тварь. Ну что? Ого, это что? Это пулемет? Прикольно. О, смотрите, винтовка. Ну, как винтовка. Пушка. Ну, хоть что-то, да? Хоть что-то. 12 патронов, дробовик. Как минимум на троих точно хватит. Дробовика даже на пятерых. Может, даже на шестерых. Хм. Я что-то не понимаю, почему... Создатель этого мода очень часто пренебрегает этими моделями сталкерами. По-моему, они тут лишние. Ну вот и все, пипец. Ну, отлично. Тюн-тюн-тюн. Что у нас еще здесь есть? Так, пойдемте пушечки подберем. Подпирать-то, по сути, даже нечего. О, видите, да? Вообще. Такой ущерб, вот здесь какое-то свободное перемещение, я не знаю. А может и нет, может специально так. Хотя там вроде автор писал то, что здесь, типа, планируют создать такую штуку, как, типа, ну, несколько путей до одной точки, там все дела. То есть можно дойти по вентиляции, можно дойти по улице, можно там в дом зайти какой-нибудь. Через коридор, там туалет, я не знаю, через унитаз пробраться, как-нибудь, короче, такие всякие. Что-то в этом роде, в общем говоря. Вот куда идти? Ну. А где пушка? Самое главное не свалиться. Привет, ребята. Чё-то все красное, пипец. Ой. О. Видите, какие переходы, да? Это, короче, наверное, скорее всего, специально, чтобы скрипты активировались, да?
Красная стена. Не, эффект, конечно, блеск. Я, конечно, понимаю то, что это заслуга не автора Fake Factory мода. Или как там называется? Кинематик мода. По-моему, кинематик. Но все равно. Очень-очень круто. По сути, то же самое, что и в релизе, но все текстуры абсолютно поменяли. Очень много всего добавили. Что-то там убрали. Это кто такой вообще? Мать твою. Что за джиггернаут? В натуре какой джиггернаут, кстати. Ага, да, помните, да? Здесь такая, это... Такой маленький кабинет, выходишь, там прям просторы, там, ну... Просторно все, а не так, как здесь. Еще как тесновато, что ли, не знаю. А, нет. Все нормально. Перепутал уже все. Патроны! Ребята, валим отсюда. Они мне поклоняются. Постоянно, кстати говоря, раздаются звуки смерти. Салют Альянса. Тут, смотрите, у нас нечего. А, нет, смотрите, есть что. Вообще, по сути, на месте этого муравья должен быть этот, как там, матка, что ли? По-моему, матка. Просто, походу, модель переделали и все. О, что это? О. Гранатка. Здесь вообще ничего. Какая-то камера пыток. Да, прыгай. Я помню, короче, как в одном моменте эти мины меня просто убили. Пипец. В оригинальном ты Half-Life, когда там за собой союзника ведешь. Там что-то на улицах Сити 17, когда там уже все. Там война, все дела. О, вообще пипец. Там что-то, короче, где-то сходишь, есть какая-то дырка в полу. Ты в эту дырку прыгаешь, они за тобой прыгают, а там мина. Аж целых две штуки. Капец. Она подпрыгивает, и прям всю мою команду. Ба-бамц. Там четверо человек были. А я еще, кстати говоря, со смодом играл в это время. Такое мясо, конечно, дикое было вообще. Да блин. Все, геймер. Да нахрен отсюда. Ого. Может, она скушает? Че, железо невкусное? Отлично вообще. А я и не знал, слушайте. Ну надо. Я думаю, они только бочки. Они, в принципе, даже когда бочки жрут, да? Они не взрываются, эти бочки-то самые. А мины почему-то взрываются. Я такой фишки, кстати, вообще не знал. Ой, мамочки. Ой. Ой. Как вас много. Куда она делась? Она. Ну, круто вообще. Бежим. На. 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 Зараза. Чего тебя еще минуть, тварь? Сука. Все, отлично. Здесь у нас, по-моему, есть какая-то комнатка с боеприпасами, где валяется дробовик или магнум. Чё-то, походу, я не знаю. Либо это сейчас только что эта комната и была, только там на патроны все это поменяли. О, тоже патроны. Офигеть. У меня уже 7 гранат, офигеть. Вот это, по-моему, можно сломать. Тут еще где-то джимен должен стоять за такой дверью. Когда ты с муравьиным львом будешь драться. Че, опять же мина? Это посмотри, а? А, отлично, конец. А, нет, загрузка. Пока загрузка, да.
Погнали дальше. Какой бомжатник. Яйца эти валяются опять. Муравьиные, да? Матки вот этой. Ну и тишина. Пипец, тишь да гладь. Офигеть. Офигеть. О, ёпт. Куда пошли? Блин, я уж испугался. Блин. И походу я не зря испугался. Хоть бы дверь открыла, а? Блин. Ух ты. Сейчас с этим битва будет. Какие эффекты обалденные, а? Шейдеры, все дела. О! Ух, ёпт. Что это? Вау, класс. Она не помогает ни хрена. Что-то вообще ни о чем. Давай. Как матрица. О, меня сейчас съест. На тебя в жопу. Чтоб у тебя еще яйца отвалились. Тварь. Очень веселая битва. Надо, короче, гранатами эту тварь оглушать. Давайте вот сюда ее отведем. Она сейчас побежит. А, все. Она вообще не работает. Видите, ему пофиг. Да, ему пофиг. Или нет? Тварь. В общем, крайне косечно все здесь сделано, все недоделано. На, съешь свое яйцо. Блин, ну вообще оружие не осталось, кстати. Прикиньте. Блин, играй, пушку еще отняли, твари. Ну и? И что тебе от меня надо? У меня нет оружия, это нечестно, понимаешь? Ящик. Граната. Супер. Блять. Ладно, насрать, погнали дальше. Ёб твою мать! Где эта бочка у нас? Да блин. Главное, знаете, да, когда халфа только-только вышел, все офигевали, короче, от разрушаемости, типа. Типа разрушаемости здесь. А че, в натуре круто тогда, взрываются гранаты, и раковины разлетаются в щепки. Прикольно же, блять, задолбал уже в натуре. Да быстрее. А, ящик, ребята. Еще гранаты. Причем, заметьте, именно гранаты, да? А, все, он сдох. Там где-то порядка одной гранаты осталось для него. На! На! Съел. Это че еще такое? Из какой такой задницы? А, все, на типа, да? Ага, все. И... А, окей. Можно и так. Блин, такие переходы, конечно, пипец. На. Все сдохли. Нифига. Фу, блин, промахнулся, ладно, насрать. Блин, а здесь, кстати говоря, радиус взрыва увеличили. Бычки валяются. Гранаты, я имею в виду. Блин, вообще ни патронов, ничего нет, только эти яйца вонючие. Феромоны. Фероподы, феромоны. Блестяще.
Убегаем! Типа я оглушаю тогда. Офигеть. Так, ладно. Да, пошлите туда, ребят. Пошлите искать. Мы там вроде как этих завалили. Это здесь, да? Зачем вот это надо было сталкера брать? Вообще не понимаю. Да суки, задолбали. Бля, мужик, ты задрал, иди в жопу. Мочи, мочи, козла, да не меня. Блин. Я тебя должен оглушить. На, жри. Джим. А-ха-ха, меня сейчас убьют. Словно ниндзя так. Вот так вот. Какой же этот цирк? Блин, давай быстрее сохраняйся, ну. Она меня не видит, Витя. Блин. Зато пополнили бы и запас. 16,6 патронов. Офигеть. Какой кошмар. Я еще и жопу себе поджарил. Смотрите, короче, да? Такая супер тактика. Так, а подбегаем вот так вот. На, так. Прямо матировкой так. В яйца ему. На, на, на. И меня чуть не убили. Да просто так подбегаем. Ах ты тварь, а. На. Зараза. Бля, быстрей, быстрей. О, успел. Давай, открывай, ну. А, заглючу. А, все. Че за бред? О, нет. Ага, все. На, тепщи. Блин, почему так мало патронов? Это вообще нереально. Вот, смотрите. Решили мне эту штуку дать. Не... Пульс, да. Решили мне пульс дать. Пульсивный шар. Или как там эта штука называется? Энергетический шар. Чё, куда нажимать? Ага. Офигеть, какая кнопка. Кошмар. Половина в моде сделана очень обалденно. Остальная половина какая-то... На отъеби сделано немного. Куда дальше? Тут, тут, тут. О, у меня уж такая привычка, кстати. Вот я сейчас вот этот ящик увидел, мне захотелось подойти его обыскать. Их там трое, ребят, трое. Ну, смотрите, видите, да? Три глаза так, красных. Так, бум. Лоль. Блин, у меня реально такая в натуре привычка. Видишь, такой ящик, подходишь, обыскиваешь. Его нельзя обыскать. Обомись. Но сейчас, походу, конец уровня будет. Угу. Опять оно. О, моя армия. Или это не моя... А, вот она, да. Что-то там брин у нас. Ё-моё, это мины, что ли? Ладно, ребята, давайте тогда удачи, потом продолжим. Ждите новых серий. Офигеть, ну и бойня. Главное, вообще ничего не видно. Темнота. О! Как много патронов, а? Надо периодически вот сюда заходить, прятаться. Вообще ничего нет. Пипец, какие они бронированные. Вообще. Ох ты, ё-моё. Ё-моё!
Блять. Твари такие. Упана. Давай, мочи. Бля. Ой, ребята, меня сейчас убьют. Блин, как мне не хватает этого вайбера, он здесь такой крутой. Ё-моё, чё такое? Это чё такое? Чё за пушка? А, это пулемет. Ни хрена себе, чем он стреляет. Ну, смотрите, кстати говоря, тени в реальном времени, видите, да? Вообще круто. Вообще. Ха, класс. Ладно, ребят, давайте еще раз удачи. Всем пока. Ух ты, сука, а? Напугали. Ладно, ребят. Ждите новых серий.